приветствую вас, дорогие йоги, и надеюсь, все у вас получается, вы продолжаете заниматься. Я напомню, что первый день это раскрывающая практика у нас была, второй день на неделе мы занимались вчера чуть-чуть динамичной, интенсивной практикой, которая хорошо прорабатывает все мышцы. И сегодняшнюю практику мы посвятим чуть более сложным йогическим позам. Под позами такими сложными йогическими принято подразумевать два класса поз. Первые ассоциируются у людей с балансами на руках, такими как бакасана, стойка на руках, даже стойка на голове. И эти позы дают мощный, сильный разогрев. Ни одна просто силовая тренировка так не разогреет и не раскроет тело, как позы баланса на руках. И именно они дают доступ к следующему уровню в теле. Это уровень суставов или костей, когда, знаете, на картинках вот йоги засовывают одну ногу за голову, там две ноги, лотос и какие-то невероятные позы. Кажется, что у человека нету костей. Вот именно баланс на руках, они дают доступ на этот уровень. Поэтому мы с вами попробуем сегодня раскрыться, разогреться, сделать чуть-чуть большие растяжки, чем мы делали в самом начале этой недели. Добавим балансы, чтобы разогреться, и потом попробуем выполнить, я их называю экстремальные позы, такие экстра. Здесь вот в Египте очень много людей, европейцев, и они часто используют это слово экстра, подразумевая там экстра крепкий чай или экстра что-то чуть-чуть побольше нужно, там экстра сыра мне положите. Очень интересно. Поэтому в йоге это вот четвертый уровень поз, это экстра позы. Итак, давайте начнем сегодняшнюю практику. Встаньте сразу же на четвереньки. И внимание переводим сейчас на спину и даже на боковые стороны туловища. Со вдохом наклоните все туловище влево. Наклоняйте голову влево, прямо сжимайте левый бок и растягивайте правый бок. Вот это вдох. Можно еще на вдохе чуть-чуть побольше усилить. Наклон влево называется. И еще раз вдох. Выдох, разворачиваемся прямо. Теперь со вдохом наклон боковой вправо. Таз оставляйте над коленями. Вес тела держите на руках. И со вдохом максимально растяните весь левый бок. Еще вдох, вытягиваем его. И еще раз вдох. И на выдохе возвращаемся к центру. Сохраняем таз над коленями. И руками переходим влево, таз остается над коленями, и снова делаем боковой наклон, и со вдохом вытягиваем всю правую сторону туловища, правую сторону шею, правый бок, правую талию. Акцент делаем на вдохе, и на вдохе растягиваем правый бок, выдох, еще со вдохом тянем бок, выдох, и еще максимально вдох, бок растянули. И на выдохе возвращаемся к центру и в другую сторону, вправо, также переставляем ладони, таз оставляем над коленями и со вдохом растяните весь левый бок, вдох, держим, выдох, еще вдох, бок тянется, вдох, растяните бок, выдох и последний раз вдох. И на выдохе разворачиваемся к центру, приподнимаемся вверх на коленочки. Правую ногу, останьтесь на коленях, правую ногу отведите вправо и вначале простой наклон в бок, пальчики ног разверните вверх, вытяните руки в сторону и наклонитесь вправо, левую руку вытягиваем над головой и с каждым вдохом правый бок опускаем ниже, вдох, держим, выдох, еще на вдохе пониже, выдох и остаемся в этой позе, растягивая максимально весь левый бок, вдох, тянем левый бок, раз. Еще вдох, тянем левый бок, два. Попробуйте идти рукой ниже и рукой, может быть, дотянуться до стопы, сохраняя только плоскость. Еще вдох, растяните бок. И последний раз со вдохом вытягиваем левый бок. На выдохе поднимитесь вверх. Другая сторона. Колени вместе, левую ножку вытяните. Пальчики ног разверните вверх, руки в сторону. Со вдохом опускаемся левым боком над левой ногой. На вдохе еще поглубже. Внимание переводим на правый бок и со вдохом вытяните весь правый бок, вдох, раз, еще вдох, растягиваем бок, два, и попробуйте со вдохом двигаться ниже и рукой дотянуться до стопы,
Еще вдох, сохраняя плоскость. Не животом наклоняйтесь к ноге, точно боком. И последний разочек вдох хороший. И на выдохе поднимитесь вверх. Снова коленочки вместе. И теперь еще раз правую ногу вытяните в сторону. Пальчики ног теперь смотрят вперед. Вся стопа на полу. Руки вытягиваем в стороны. И со вдохом также наклон вправо. Он будет поменьше. Вдох. Но можно побольше растянуть. Еще раз на вдохе. Привыкаете, чувствуете левый бок. Вытягивайте. И еще раз вдох. Выдох. Поднимаемся вверх. Другая сторона. Левую ножку в сторону, пальчики ног вперед. И со вдохом наклон. Раз. На вдохе растяните весь правый бок. Два. Еще тянем бок. Вдох. Три. И последний разочек. Вдох. На выдохе возвращаемся и встаем на четвереньки. Сделайте вдох с выдохом планка. Вытяните ножки назад и встаньте в позу планки. Держим. Вдох. Голова прямо. Выдох. Можете с помощью дыхания продолжать со вдохом растягивать оба бока. Выдох. Можете вдыхать прямо в боковые стороны всего туловища, которые вы только что растянули. И последний разочек. Еще вдох. Растянули. На выдохе опустите коленочки вниз. Восстанавливаем дыхание. Вдох. Выдох. И теперь делаем вдох. С выдохом загибайте руки в локтях, опускаем подбородок на пол. Остаемся здесь. И сделаем чуть посложнее, чем вчера. Подверните пальчики ног. Сделайте вдох. И на выдохе выпрямите ноги в коленях. Чтобы было легче дышать, вдох направляйте в боковые стороны. Выдох держим. В бока вдох. Выдох. И еще. Выдох. Последний. Выдох. Опускаемся вниз на колени. Делаем вдох. И на выдохе, отталкиваясь руками, приподнимаемся вверх. Сядьте на пяточки. Руки перенесите назад за спину. И переплетите пальцы рук за спиной. Сделайте вдох. На выдохе отведите плечи назад. Чтобы было легко дышать и чтобы позы все были легкими, пробуйте вдох направлять просто в боковые стороны туловища. На выдохе руки вверх, вдох в бока, выдох ручки вверх, вдох в боковые стороны туловища, выдох руки вверх и последний раз, выдох, опускаем руки вниз, меняем перекрест пальцев рук, вдох, на выдохе руки, вдох в боковые стороны, выдох ручки и еще. Выдох. И последний раз. Хороший выдох. Опускаем руки вниз и встаньте на четвереньки. Сделайте вдох. С выдохом еще раз делаем планку. Вытяните ноги назад. И теперь вдох. На выдохе уже чатуранга. Плечи вперед, локти оставьте над ладошками. Вдох. На выдохе попробуйте приподняться вверх. Ну, когда-то надо начинать все равно. Еще раз планка. Вдох. Выдох. Чатуранга. Вдох, выдох, вверх. Я знаю, тяжеловато. Последний раз. Вдох, выдох, чатуранга. Вдох и выдох, планка. Собака, мордой вниз тоже подойдет. Снова опуститесь на коленочки, ягодицами на пятки. Голову опустите вниз. И руки перенесите за спину, переплетите пальцы рук, сделайте вдох. И на выдохе поднимаем руки вверх из этого положения. Выдох. Вдох направляйте в боковые стороны грудной клетки. На выдохе руки продвигайте за голову. Вдох в бока. Ручки за голову. И еще. Выдох. И последний раз. Выдох. Опустите руки вниз. Смените перекрест пальцев рук. Вдох. И на выдохе поднимите руки вверх. Вдох направьте в боковые стороны. На выдохе выше руки. Два. Выше ручки. Вдох в бока. И руки продвигаем за голову. И последний раз. И на выдохе ручки за голову. Опустите руки вниз. И еще одно движение нас ждет из планки. На четвереньках сделайте вдох. В боковые стороны. На выдохе планка. И нас ждет боковая планка. Вдох. На выдохе повернитесь на правую руку. Левую ручку поднимите вверх. Дышите. Вдох. Отталкивайтесь правой рукой и приподнимайте грудную клетку. Раз. Вдох. Правой рукой оттолкнитесь выше грудную клетку. Два. Выше. Три. Четыре.
Давайте 5. Выдох 5. Планка, вдох. Выдох, боковая планка на другую сторону. И дышим, вдох. Левой ручкой отталкивайтесь, поднимайте грудную клетку. Раз. Выше грудную клетку. Два. Выше грудную клетку. Три. И максимально вверх. Четыре. Планка, вдох. На выдохе опускаемся вниз на локти. Держим. Планка на локтях. Вдох. Выдох. Раз. Два. Три. Четыре. Терпим. Пять. Боковая планка на локте. Правую ручку разверните вперед и повернитесь на правую руку. Держим. Вдох. На выдохе правой рукой оттолкнитесь, поднимаете грудную клетку вверх. Раз. Выше. Два. Выше. Три. Четыре. Пять. На локте встаем. Планка. Вдох. На выдохе на другую сторону. Разверните предплечье. И дышим. Вдох. Бока на выдохе. Рукой оттолкнитесь. Поднимаете грудную клетку. Раз. Выше. Два. Отталкивайтесь предплечьем. Три. Четыре. Пять. Снова встаньте на предплечье. Вдох. Потерпите, пожалуйста. И на выдохе поднимайтесь на ладошках в планку. Вдох. С выдохом собака мордой вниз. Опуститесь вниз на коленочки. И приподнимитесь вверх. Вдох. В этом положении восстановите дыхание. Для этого вдох направляйте в боковые стороны туловища или грудной клетки. Выдох. И еще раз. Выдох. Левую ножку поставьте вперед. Сделайте вдох. И на выдохе небольшой выпад. Оба бедра опускайте максимально вниз. Выдох, бедра вниз, просто растягиваем ножку. Выдох, еще бедра пониже. Дыхание восстанавливаем, направляете дыхание в боковые стороны. И выдох. Теперь приподнимитесь вверх, сделайте переднее бедро параллельно полу. И заводим левое плечо, вернее правое плечо за левое бедро. Вот сюда. Проверьте, чтобы плечо за колено не выскакивало. Чуть-чуть бедро продвиньте вперед. И кончики пальцев рук на полу. Вдох. На выдохе вытягиваем вторую руку над ухом. И два движения. Со вдохом растягивайте бок. А на выдохе скручивайтесь. Раз. Вдох. Вытягиваем бок. На выдохе вращаемся туловищем к потолку. Два. Вдох. Бок. Выдох. Скручивайтесь. И еще вытягиваем бок, вдох, скручиваемся, выдох. Ладошки на пол, вдох, с выдохом собака мордой вниз. И теперь правой ногой шаг вперед, вдох. Левое коленочко на пол, поднимаемся вверх. И вначале растягиваем бедра очень легко. С выдохом направляя оба бедра вниз. Раз, ниже бедра, два. Еще пониже бедра. Три. И максимально бедра вниз. Четыре. Поднимаемся чуть-чуть вверх, сохраняя бедро параллельно полу. И заведите левое плечо за правое бедро. Правую ручку поставьте на пол. Колено перед плечом. Колено торчит спереди. Вторую руку вытягиваем над ухом. И на вдохе растяните хорошо левый бок. И на выдохе скручивайтесь вправо. Еще вдох. Так, другой бок вытягивайте, выдох. Правый бок вытягиваем, вдох. И на выдохе скручиваемся. Два. Три. Четыре. И бок, и скручивание. Пять. Освободите. Приподнимитесь снова просто на коленочки. Встаньте на четвереньки. И еще раз делаем вдох. На четвереньках, на выдохе выпрямляем ножки в коленях. И еще раз ждет нас чатуранга. Вдох. С выдохом загибаем плечи вперед. Собака вверх добавим. Вдох. Собака вниз. Выдох. И сделаем еще раз эту прекрасную связочку. Просто нужно тренироваться. Чтобы делать эту позу, не обязательно уметь делать чатурангу. Обязательно просто стараться ее делать. Итак, собака мордой вниз. Выдох. Планка, вдох. Чатуранга, выдох. Собака вверх, вдох. Собака вниз, выдох. Опуститесь вниз на коленочки.
И приподнимитесь вверх, руки поставьте на таз и восстановите дыхание, направляя вдох в боковые стороны туловища или грудной клетки. Выдох. Еще вдох. Растяните боковые стороны грудной клеточки. Выдох. И последний раз. И выдох. Теперь прогибаемся назад и поставим ладошки на пятки. Эта поза называется поза верблюда. Обязательно бедра подайте вперед, чтобы бедра были над коленями. Отведите плечи назад. И со вдохом прогнитесь всем туловищем. На выдохе давите коленями и ладонями в пол. Вдох, прогиб. И на выдохе сильно давите руками и ногами. Еще прогиб, вдох. На выдохе отталкивайтесь руками и ногами. И последний раз прогиб, вдох. На выдохе ручки можно на таз. И приподнимаемся вверх. Восстанавливаем дыхание. Вдох направляя в боковые стороны грудной клетки. Выдох. И еще раз. Выдох. Левую ножку снова ставим вперед и делаем выпад, который мы уже делали, опуская оба бедра вниз. На выдохе ручки остаются на тазу. Сделаем вдох. Выберите такое положение, чтобы заднее колено было не очень больно, но со временем оно привыкает. Можно вот так подвернуть коврик, чтобы сделать помягче. Но вообще, когда сейчас мы будем сгибать ногу в колене, мы стоим не на коленной чашечке, а на бедре. Колено, чашечка назад смотрит. Итак, ручки на таз, вдох. С выдохом согните правую ногу и правой рукой захватите стопу изнутри и ладошки надавите сверху на стопу. И дышим, вдох. Два движения на выдохе и бедра вниз, и пяточку вниз. Раз. С выдохом и оба бедра вниз, и пяточку вниз. Два. Вдох. И бедра, и пятку вниз. Три. И еще. И бедра, и пяточку пониже. Четыре. Отпускаем ножку, ладошки ставим на пол. Вдох. С выдохом собака морды вниз. И правой ногой шаг вперед. Вдох. Левое коленочко на пол. И делаем бедрами выпад, опуская оба бедра вниз. Ладошки поставьте на таз, сделайте вдох и с выдохом попробуйте без помощи рук согнуть заднюю ногу, левую, и ладошкой сверху надавить на стопу. Держим вдох и на выдохе ладошкой побольше давим, но также опускайте оба бедра вниз. Раз, вдох, выдох, бедра вниз, вдох, еще вниз. И последний, на выдохе бедра опускаем вниз. И освобождаем ножку. Руки ставьте на пол, вдох. С выдохом собака мордой вниз. И объединяем со вдохом собака вверх. И на выдохе чатуранга. И с собаки мордой вверх мы вышли. Еще раз собака вверх. И собака вниз. И еще раз. Сначала собака мордой вверх. Вдох. Чатуранга, выдох. Собака вверх. Вдох. И собака мордой вниз, выдох, остаемся в ней, наконец-то. Делаем вдох. И на выдохе всем туловищем продвигайтесь побольше к ногам. Еще дышите, вдох. Выдох, всем туловищем идите к ногам. И дойдя вот до предела туловища, наклонив, внимание переведите в спину. И на выдохе растяните всю заднюю поверхность туловища. С выдохом растягивайте спинку. Еще вдох. На выдохе спинка тянется. Остаемся в собаке. Сделайте вдох. На выдохе поднимите правую ногу вверх. Держим. Вдох. На выдохе повыше ножку. Два. Вдох. С выдохом еще повыше ногу. Три. И вдох. Ножку на выдохе максимально. Опустите ногу вниз. Вдох. С выдохом поднимем вторую ногу вверх. И держим. Вдох. С выдохом выше бедро. Раз. На выдохе еще выше ногу. Два. Выдох. Еще открываем бедра. Выше поднимаю ногу. Три. И последний раз. На выдохе выше ножку. Четыре. Опустили ногу на пол. Сделаем вдох. С выдохом внимание планка. Капли потерпите. И тоже вдох. На выдохе поднимите правую ногу. Вверх держим. Выдох. Ножка на весу. Выдох на весу. И выдох, ножка на весу.
опустили ногу на пол, вдох. С выдохом другую ногу поднимаем вверх, держим на весу, раз. Держим на весу, два. Три. Четыре. Пять. Опустили ногу на пол, вдох. Собака мордой вниз. Остаемся в ней. И здесь еще одно движение. Я представляю, каково рукам. Сделайте вдох. На выдохе правое коленочко притяните к животу. Вытяните носочек и пяточку тоже к ягодице направьте. То есть максимально голень притяните к бедру, а бедро к животу. Держим. Раз. Несложно. Два. Несложно. Три. Четыре. Вдох с выдохом планка, сохраняя ножку здесь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Снова собака мордой вниз. Опустили ногу на пол. Вдох. С выдохом сгибаем вторую ногу и притягиваем только бедро к животу, к груди. Выстягиваем носочек, как в балете. И пяточку поднимаем к ягодице. Главное, здесь бедро не поднимайте вверх. Бедро здесь прижимается к животу. Держим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох, на выдохе планка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Возвращаем ножку на пол и опускаемся вниз. Сядьте на пяточки, чтобы восстановить ручки. Можно оставаться так. Восстановите сначала дыхание. Для этого вдох направляйте в боковые стороны туловища. Выдох. Можно их расслаблять. Еще на вдохе растягивайте боковые стороны туловища или грудной клетки. И на выдохе расслабляем. И чтобы дать рукам чуть-чуть отдых, тыльную сторону ладони расположите в подмышку. И с помощью другой руки притяните плечо к груди. Вдох. На выдохе притягиваем ручку. Раз. Вдох. Выдох. Притяните руку. Два. Побольше. Три. Четыре. Пять. Возвращаем. Другая сторона. Тыльную сторону ладони левой руки. Вдох. И на выдохе правой рукой притягиваем ручку. Раз. Побольше. Два. И еще. Три. Четыре. И последний разочек. Руку притянули. Выдох. Пять. Освобождаем. Стоечка на руках. Сейчас будет. Руки уже готовы. Сейчас мы их чуть-чуть еще побольше просто на них акцент сделаем. Попробуем сделать стойку на руках. Давайте в центре. Для этого ладошки поставьте на пол. Расположите ладошки под плечевыми суставами. Главное, чтобы плечи не сходили вниз, как в собаке мордой вниз. Здесь плечи как в планке. Мы стоим на четвереньках. Вдох. На выдохе выпрямите ноги в коленях, но в собаку мордой вниз не входите. Подойдите ногами поближе чуть-чуть. Пяточки поднимите вверх и всем весом просто давите на ручки. Теперь сгибаем правую ножку, притягиваем правое бедро к животу, как мы делали, носочек вытягиваем. Раз. Два. Бедро к животу. Три. Четыре. Пять. Опустили ножку. Вдох. На выдохе вторую ножку притянули бедро к животу, груди, носочек вытянут. Раз. Два. Три. Четыре. Опустили ножку. Вес тела перенесите на стопы, поднимите стопы, уложите ладошки под стопы. И вес тела просто перенесите на запястье. Заодно выпрямите ноги в коленях. И сгибая руки в локтях, наклон поглубже к ногам делайте. Выдох. И еще раз. Наклон поглубже к ногам держим. Снова ладони поставим на пол. Сейчас чуть-чуть добавим динамики. Сначала вес тела в стопах, вдох, и на выдохе поднимите пятки, вес тела в руки перенесите. Вдох в стопы, выдох в ладони. Вдох в стопы, выдох в ладони. Вдох в стопы и выдох в ладони. Сделайте вдох. Теперь на выдохе поднимите правую ножку вверх, как мы с вами делали в собаке мордой вниз. Правая нога вверху вот не видно, но постаралась ее выпрямить. И снова будем перекатываться весом тела с опорной стопы на руки. Вдох. И на выдохе на ручки. Раз.
Можно даже подпрыгивать, отрывать пяточку, вдох, правая нога только вверху, выдох. Выдох, вес тела на ручке и пробуйте подпрыгнуть. И последний раз на выдохе. Поменяем, вдох. На выдохе поднимаем левую ногу вверх, вытягивая ее сколько получается. Вес тела пока на стопе, вдох. И на выдохе вес тела переносим на ручки, раз. Можно подпрыгнуть. Вес тела на руки, два. Три. Пробуйте все равно, чуть-чуть осталось. Четыре. И последний раз. Пять. Освободите, хорошо? И теперь сделаем стойку на руках у стены. Выберите себе стену, пододвиньте коврик. Ягодицами прижмитесь к стене, чтобы выбрать расстояние. Отметьте, где заканчиваются ваши пяточки. И туда поставьте ладошки. Плечи расположите над запястьями, как в планке. Выпрямляя ноги в коленях, в собаку мордой вниз, только не входите. И теперь вдох. На выдохе поднимите ногу на уровне с ягодицами и выпрямите ее. И второй шагните так, чтобы таз был над плечами. И здесь делаем вдох. На выдохе также попробуйте пяточки отрывать, вес тела на руки переносить. Раз. Вдох в стопы. Выдох в ладошки. Два. Стопы, вдох. Выдох в ладошки. Отрывая пяточки. Три. Еще. Четыре. И последний раз. Пять. Опускаемся вниз. Вы молодцы. Тыльную сторону ладони поставьте на пол. Выпрямите руки в локтях и разверните локотки вперед. Чуть-чуть восстановите запястья. Сделайте полнейший вдох в боковые стороны туловища или грудной клеточки. На вдохе прямо растягивайте боковые стороны. Сейчас дыхание учащается, вы проникаете глубже в свое тело. И еще раз. И выдох. Но руки чешутся, надо еще одну связку сделать. Предплечье поставьте на пол. Это второй баланс, самый главный. Это стойка на руках, второй баланс – это предплечье. Стойка на предплечьях. Локотки поставьте на пол, отойдите от стены. Сделайте, сохраните плечи над локтями, вдох. И на выдохе выпрямите ноги в коленях. Вот так. Держим. Вдох. Можно на выдохе ногами подойти поближе. И чуть-чуть тоже будем перекатываться. Вдох, вес тела в стопы, выдох в плечи. Или в предплечье, вернее. Вдох, пяточки к полу. На выдохе отрываем пятки. Два. И третий. И четвертый. И последний раз. Пятый. Возвращаемся. Теперь правое коленочко притяните к животу, носочек вытяните. И тоже вдох. На выдохе левую пяточку вверх. Раз. Два. Три. Пяточку вверх. Четыре. И небольшой прыжок. Другая сторона. Притяните бедро к животу, вдох и выдох. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И достаточно. Поза героя, лицом вниз, голову положите на пол. Ручки вытяните вдоль бедер. И восстановите дыхание, направляя дыхание в боковые стороны туловища. Как будто крылья раскрываются. Выдох. Не сдерживайте это движение. И выдох. И еще раз. Выдох. Теперь подверните пальчики ног и перекатитесь на пяточки. Сядьте на ягодицы и лягте на спинку. Восстановите дыхание. Направляйте дыхание в боковые стороны грудной клетки или просто в боковые стороны даже талии или таза. На выдохе расслабляйте их. И еще раз вдох. И выдох. Теперь руки сильные, они должны гореть, даже если вы пытались. Вот я за то, чтобы за попытки. Просто делать, делать, делать. Теперь будет поза половина моста. Ладони поставим под плечи. Нужно будет со вдохом немножечко прогнуться в спине. И на выдохе, отталкиваясь руками, поднимаем все туловище. Темечко поставьте на пол. Держим.
Проверьте дыхание, направьте вдох в боковые стороны, выдох, еще вдох в боковые стороны грудной клетки, выдох, а теперь вдох направьте в шею, выдох, еще вдох направьте в шею, выдох, и последний раз, выдох, вдох, и с выдохом выходим из этого положения, голову положите на пол. И вспомним с вами движение шеи и головы. Это подбородок. Со вдохом подбородок нужно направить вовнутрь, к затылочной кости. Вдох. Подбородок нужно направить вовнутрь шеи, к затылочной кости. Вот там, где линия, там, где волосики начинают расти. Вдох. И на выдохе сожмите все шейные позвонки. Вдох. Подбородок вовнутрь, к затылку. Соедините их и на выдохе крепко сожмите со всех сторон шейные позвонки. И еще раз. И шейные позвонки сжимаем. И я покажу в начале или напомню. Снова мы поднимемся с вами в позу полумостика. И потом нужно будет поставить один локоток на пол, как мы делали. И попробовать поставить второй локоток. И дальше оттолкнуться и приподнять голову в этом положении. Либо оставлять пока голову на полу, но со временем в практике она будет отрываться. Итак, ладони поставьте под плечи, сделайте вдох, слегка прогнувшись. И на выдохе, отталкиваясь руками и ногами, приподнимитесь вверх, теме поставьте на пол. Вспомните положение для шеи, подбородок направьте вовнутрь к затылку. И на выдохе сожмите все шейные позвонки. Вот теперь воздух проходит внутрь шеи. И теперь поставьте правый локоть на пол, левый локоть на пол, сделайте вдох. И на выдохе, отталкиваясь руками, поднимите голову от земли. Держим, раз. И держите ее на полу, но держите руки, два. Побольше. Три. Четыре. Пять. Освобождаем. Хорошо. Вдох, направьте в шею, вдох, втяните подбородок, направьте вдох в горло, выдох, и теперь вдох, на выдохе притяните коленочки к животу, сделайте вдох, и на выдохе поднимаем голову, шею, грудную клеточку, и еще, выдох, последний раз, и выдох, будут перекаты, вдох, выдох. Перекатитесь вперед, вдох назад, выдох вперед, и еще раз, и вперед, выдох. Через бок повернитесь, будет стойка на голове, или подготовка к стойке на голове. Для того, чтобы определить еще раз, на какой точке нужно стоять, запястье разместите в переносице, всю ладошку прижмите к лбу, и там, где заканчивается средний пальчик, вот на этой точке нужно будет встать. Это одно дело. Второе, что важно, подбородок направить назад к затылку, вдох. Это даже движение называется не назад, а вовнутрь шеи, вдох. И на выдохе сжать все шейные позвонки, прямо все косточки. И еще подбородок к затылку, вдох. И на выдохе сжать прямо все-все-все косточки. И последний раз. Все косточки в шейном отделе позвоночника сжать. Вот это важно. Теперь делаем стойку на голове. Локти поставьте на пол. Если нужна стена, подойдите к стене. Но те, кто пробует в центре, не поддавайтесь искушению встать к стене. Те, кто делал у стены, делайте у стены, ничего страшного нету. Потом когда-нибудь время придет и в центре. Но если вы уже пробовали в центре, пробуйте в центре. Итак, руками захватите локти на полу, кистями обхватите локти. Шире этого расстояния локти раздвигать нельзя. Теперь переплетите пальчики рук. И важно, чтобы ладошки назад не перекатывались. Кроме того, ладошки раскрыты, но ощущение должно быть, что ладони вот прямо к локтям. Ладони к локтям наоборот тянутся. Вспомните точку, где был средний пальчик на темени. И эту точку положите, поставьте на пол. И задние косточки головы, голова сзади упирается в большие пальцы рук. Мизинчики просто прижаты к полу. Подбородок направьте вовнутрь, к затылку. И с выдохом, сжимая все шейные позвонки,
давите теменем в пол. Раз. Сжимайте шейные позвонки, давите головой в пол. И попробуйте отталкиваться не руками, а головой. Головой отталкивайтесь и выпрямляйте колени. Опустим коленочки вниз, вдох. Попробуйте не локтями отталкиваться, а головой отталкиваться и поднимать колени в пол. Два. Вдох. Колени вниз. И на выдохе давите головой в пол. Не бойтесь, колени поднимаем. Три. И последний раз. На выдохе коленочки подняли. Подбородок направьте назад к затылку. Темя прижата, шейные позвонки сжаты. И сначала одно бедро прижмите к животику, как вы делали, а потом второе. И тихонечко поднимаете бедра вверх. И ножки выпрямляете вверх, давите головой в пол. Головой в пол. Держите вдох и выдох. Раз. Также оставайтесь в подготовке. Если вы делаете подготовку, головой упирайтесь в пол. Два. Череп, сильная кость. Давите черепом в пол, выпрямляйте колени. Три. Давите черепом в пол, сжимайте все мышцы шеи, спины, пресс и ягодицы. На выдохе давите головой в пол и сжимайте шею, трапеции, пресс и ягодицы. И еще давите головой в пол. Еще давите головой в пол. И последний раз головкой давим. Снова пяточки сначала к ягодицам. Теперь бедра к животику притянули. И опустили ножки на пол. Голова на полу. Ручки вытяните вдоль тела. Можно голову повернуть на бок. Что важно, подбородок направлять все равно к затылку. Даже когда голова на боку. Другая сторона. Поверните голову на другую сторону и подбородок направьте к затылку. Выдох. И еще раз. И выдох. Вдох. И выдох. Со вдохом поднимаемся вверх. Ладошки поставьте на пол. Подверните пальчики ног и перекатитесь на пяточки в маласану. Разведите колени в сторону и коленями обхватите плечи. Вдох. На выдохе поднимаем все туловище вверх, давим руками в пол, бакасана, выдох, стоим, раз, или несколько попыток, два, держим, три, подбородок внутри, темя вперед двигается, четыре, последний раз, пять, опускаемся стопы на пол и расставьте стопы на ширину коврика, прекрасно знаю, что вы чувствуете, руками захватите лодыжки, сделайте вдох и на выдохе, всем туловищем идите между ног. Раз. Всем туловищем двигайтесь больше между ног. Два. И еще. Три. И поглубже. Четыре. Теперь просуньте руки изнутри ног. И поставьте ладошки за пяточки. Прижмите ладони к полу. И сцепите ножки. Поза светлячка. Держим. Стопы отрываем. Раз. Держим. Два. Три, четыре, пять. Меняем перекрест ног. Раз. Держим два ручками. Три, четыре. Просто держим пять. Освобождаем. Попробуем подняться точно так же, как мы входили в эту позу. Поднимите стопы, уложите ладошки под стопы. И вес тела перенесите на запястье. Продолжайте восстанавливать дыхание, делая вдох в боковые стороны грудной клетки. Или в боковые стороны талии, или просто в боковые стороны даже шеи. Со вдохом растягивайте бока. Это важно. Еще вдох, растягивайте все боковые стороны. На выдохе их расслабляйте. И последний раз вдох в бока и выдох. Теперь поза полная, поза светлячка. Снова расставьте ножки, согните их в коленях, руки просуньте под бедра. Поставьте ладони на пол. Вдох и на выдохе оторвите ножки, выпрямите ноги в стороны. Раз, два, три. Выпрямляем. Четыре, пять. Возвращаем ножки на пол. И поднимаемся вверх, ладони под стопы. Раз, два. Мы сделаем все балансы на руках из положения стоя. Три, четыре и пять. Боковая бакасана. Согните ноги в коленях,
пяточки на пол и развернитесь. Давайте влево. Ладошки поставьте на пол. Плечо заходит точно за колени. И уберите расстояние между боковой стороной грудной клетки и бедром. Сделайте вдох. И на выдохе вес тела перенесите на руки, отрываем ножки. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаемся. Другая сторона. Дышим, вдох. На выдохе развернитесь. Плечо заведите за колено, за бедро. И дышим, вдох. Выдох. И теперь вдох, на выдохе снова боковая бакасана. Вес тела перенесите на ручки. Раз, два, три, четыре. Вес тела на руках. Пять. Освободите. Молодцы. Сядьте, вытяните ножки вперед. Вдох, поднимите руки вверх. И на выдохе наклон вперед. Руками обхватите стопы. И наклонитесь вниз. И почувствуйте, каким легким стал наклон. Держим. Выдох. Почувствуйте, каким свободным, какой свободной стала грудная клетка. Вдох по-прежнему направляйте в боковые стороны. И еще. Боковые стороны. Слегка приподнимитесь вверх и заведите левый локоть за правое колено. Ладошку разверните вверх и обхватите ладошкой стопу. Вторую ручку заведите сверху. Итак, ладошка развернута вверх. И мы обхватываем внешний край правой стопы. Правой рукой захватили внешний край левой. Дышим, вдох. На выдохе, разводя локти в сторону, скручивайте все туловище к потолку. Раз. Скручиваемся. Два. Ну, шикарная грудная клетка. Три. И четыре. Пять. Разворачиваемся. Другая сторона. Правый локоть заведите за левое колено. Рукой обхватите стопу. И ручкой второй другую стопу. Голову расположите между плеч, вдох. И на выдохе, разводя локти в сторону, скручивайтесь. Раз. Посильнее. Два. Скручивайтесь. Три. И максимальное скручивание. Четыре. Развернитесь к центру. И поставьте ладошки на пол. Сделайте вдох. Пальчики рук смотрят вперед. Отведите плечики назад. Сделаем вдох. И на выдохе поза перевернутой планки поднимите все свое туловище вверх. Пять раз сделаем вдох, выдох, вдох вниз, выдох вверх. Два. Вдох вниз, выдох вверх. Три. Вдох. Четыре. На выдохе вверх. Последний раз. Выдох, поднимитесь вверх, останьтесь сверху. Раз. Два. Три. Браво! Молодцы! Все, силовая часть закончилась. Согните ноги в коленях, баланс на руках закончились. Восстанавливайте дыхание, направляя дыхание в боковые стороны туловища и грудной клетки. И теперь тыльную сторону ладошек расположите на таз, локти вовнутрь коленей. Делайте носом вдох. И на выдохе сжимайте коленями локти. Раз. Голову вниз наклоните. Два. Спинку растяните. Три. И последний раз. Четыре. И из экстремальных поз сюда относится поза черепахи. Руками обхватите внешние края стоп. И все туловище наклоните между бедер. Просуньте руки под бедра. И вытяните ручки в стороны. Сделайте вдох. И на выдохе выпрямляйте ноги в коленях. Бедрами прижимайте плечи к полу. Опускайте вниз грудную клетку и голову. Раз. Держим. Два. Растяните спинку. Три. Четыре. И последний раз. Пять. Возвращаемся. Освободите позу. Хорошо. И теперь лягте на спинку. Нам остался мостик. Из экстремальных поз сюда тоже это относится. Ладошки поставьте под плечи, сделайте вдох, отталкиваясь руками и ногами от земли, поднимаем все туловище вверх, держим. И вот здесь максимально сейчас на выдохе вес тела переносите на руки и почувствуйте, какая свободная грудная клетка. Ногами подходите экстремально близко к рукам и вес тела держите на руках.
два, три. Ногами поближе к рукам. И вес тела держите на руках. Три, четыре, пять. Молодцы. Опускаемся вниз и восстанавливаемся. Сейчас посмотрим, сколько пост на восстановление. Правой ногой обхватите левую ножку в гарудасане. Правая нога сверху. Обе ноги опускаем влево. И поворачиваемся животом вниз на локти. Одной позы будет достаточно для восстановления. Ноги в гарудасане опущены влево. И теперь правую руку расположите под грудной клеточкой. И вес тела переносите на правое плечо, прижимайте правое плечо к полу. Раз. Еще правым плечом к полу. Два. Прижимаем плечико. Три. Тянем плечо. Четыре. Последний раз. Пять. Возвращаемся. Другая сторона. Левая нога обхватывает правую. Обе ноги опускаем вправо. Поворачиваемся животом к полу, локти на полу. И сделайте вдох на выдохе. Левую руку просовываем под ключицы. И на выдохе опускаем плечевой сустав вниз. Раз. Плечо вниз. Два. Плечевой сустав, я хотела сказать, три. И четыре. И последний раз. Пять. Молодцы. Освободите позу и сядьте. Вытяните ножки вперед. 45 минут. Правую ногу согните, расположите ее в полулотосе. Сделайте вдох. И на выдохе прям правое бедро опускаем вниз. Максимально. Поменяем. Другая сторона. На выдохе левую ножку вниз. Левое бедро вниз. Опускаем. Меняем. Еще вдох. Выдох. Правую ногу положите в полулотос. Левую ногу согните. Пяточку чуть-чуть вперед и поднимаем. Попробуйте стопу поднять вверх и сесть в лотос. Что важно для коленей, сжимать сейчас максимально колени. Сильно-сильно коленочки. Здесь все мышцы, чтобы ни одна молекула не могла пройти. Сильно сжимайте колени. Подойдет. Другая сторона. Вытягиваем ноги вперед. Согните левую ножку. Правую ногу положите сверху. Сделайте вдох. И на выдохе сжимайте коленочки. Голова прямо. Вдох направляйте в боковые стороны грудной клетки, в боковые стороны туловища. Выдох. Молодцы, вы это сделали, кто дошел до конца. Выдох. И выдох. Теперь соедините ладошки перед грудью, расположите голову прямо и прикройте глазки. Вдох направьте во все свое тело, руки должны гореть. С выдохом почувствуйте, как энергия тела поднимается к вам. Вместе с чувством благодарности. Еще вдох. Направьте в тело. Со вдохом тело раскройте. И почувствуйте, как с выдохом поднимается вверх к вам, прямо на уровень души. Благодарность вашего тела за проделанную работу. Еще почувствуйте эту благодарность. Идущее от тела. И откройте глазки. Все, мои хорошие, на сегодня. Вы герои. Практика была тяжеловатая, но это того стоило. Это на будущее, на развитие. Рекомендую всем пробовать, делать. Вначале иногда можно, знаете, несколько раз настраиваться, готовиться. Но обязательно найдите время, найдите усилия в своем теле, чтобы это проделать, повторить. И вы увидите, что на следующей неделе, вот вы почувствуете, будет, например, если такая же практика, выполнять ее будет в 1000 или в 1000000 раз даже легче. Это глубже, чем просто вчерашняя практика, направленная на мышцы. Благодаря вот этим позам, хотя все тяжело, прямо, но благодаря вот таким позам, которые мы делали сегодня, много планок, чатуранги, вы прокачиваете и восстанавливаете все внутренние органы. Вот кому нужно здоровые, вот вплоть сердца, легкие, желудок, печень, вот все, что связано с внутренними органами, их можно вот до них добраться, можно с помощью
такого рода поз. А вот всякие экстремальные позы, где мы делали с вами мостики, вот ногу за голову сегодня не делали, но позу черепахи делали, вот эти позы, они уже прорабатывают суставы. Ну давайте вначале сделаем упор с вами на органы на третий день практики, и потом посмотрим, когда не доберемся до суставов. Завтра нас ждет с вами практика дыхания, обязательно сделайте ее, вы этого заслужили, и потом шавасана. Все, всех обнимаю, желаю вам хорошего настроения, пускай мышцы завтра будут болеть, это хорошо для развития.